А вот служу, ты с мужком и пойдешь. Мне служок более интересно. С этим понятно. А вот целину с мужком у меня вопрос. Костя, когда ключик шел? Я тебе испытаю, мы целину. Лёха, педаль кидать, подожди. Не, спасибо. А если кружок не поедет, то мы поедем. А как это самое? Как нам теперь вот это снять? Надо же... Куда снять? Блок надо. И скинуть им сейчас. Там как в швейной машинке в одном месте есть пружина. Да вот. Я надеюсь, фотографии в интернете у нас будут. Я надеюсь, нет. Нет, как он выглядит. А вы уже получали с разборным кожухом? Да. Ну да. Вот видите, теперь будете иметь представление, что это такие. А где этот самый? Где Денис? Денис, а ты вот эти моменты... Кстати, очень удобно. Боялся, когда ты жил обратно. Боялся, а что? Тут я на санках катался, а не во барабанах. В режиме видео. На санках ерунда. Мы на палетах катались. Вот эту ножку в палету вставляешь, короче, и за ним только успевай рулевать. Но только на удержителе. Без удержителя не пойдет. Вылезай, давай. Что, Ватаск, ну давай снимем. Не, подожди, стой, ножка надо, ножка. Ножка какая? Сейчас. Пешки пиво. Зазор оставляешь, да, слепого? Не-не-не, оставляй, конечно. Мы будем продавать комплект. Вот этот блок, но не только блок, а вот этот вот успокоитель. Да. Ну я понял, да, ремень, да, натяж, да. Он так и должен. Ремень, а вот этот вот. Ну, я понял, что она притягивает ремень, прижимает. Она не притягивает, абсолютно. Ну, она не дает ему выскочить. Выскочить. Ну я понял, да, я задачу понял. Клиенту нужна обязательно внутренняя вот эта шестигранная. Какого? Потерял уже что ли? Не, ну это же наш. Угу. Наш удобность. Не, надо что-то это, или держать его, или что-то сразу поставить. Ножку надо ставить. Давай я пойду. А что мы будем сейчас делать? Да не надо. Снимаем его, да? Лук снимаем, да. Не надо ножку. Не надо ножку. У нас колеса, Юра, мы же хотели колеса утяжелить. Вон есть одни маленькие, вторые какие-то. Резиновые. Ну это потом третьим пунктом. А сейчас что у нас справа? То, что говорили. А. Ты можешь вот это сфотографируй, смотри, вот это. Где? Маленький утяжелитель. Стой, подожди. Что ты хочешь? Вот так, иди отсюда сфотографируй. Вот отсюда. Ракурсом. Ну, чтобы было видно, значит, как смотри, оно цепляется. Дима, вот это колеса, которые тебе не нравятся. Но мы сейчас просто продемонстрируем. Утяжелили их, но я понял. С утяжелителем, конечно, эффективность маленькая, но на них все равно можно работать. Подожди, стой. Тут будут все варианты, на которых можно работать. Эти колеса такие, как мы делали. Вот и вот эти большие, это те, которые работают. Денис, вот они. Вот эти, каждый утяжелитель, который будет ставить, ставится.